это не новая песня. На этот раз мне просто необходимо выговориться. Не так давно я шагал по центру в костюме и белой рубашке на пуговицах. Мимо витрин со всяким шмотом, и мой взгляд зацепился за полку со сникерами. Пара белых Найков вызвали во мне бурю воспоминаний. Меня настигли они. Я вспомнил, как мальчишкой шагал в начальную школу и мечтал о них. Отец водитель маршрутки, мать воспитатель. Я напрягать даже не стал бы их. Я просто хотел быть таким же крутым, как эти черные парни по MTV на сцене. Белые кроссы как признак благополучия, их носили все от Снупа до Эминема. Я вспомнил, как в белых Найках шагал на свое самое первое свидание. Она жила в цыганском дворе и рассыпала осколки моего сердца у школьного здания. Я опустил взгляд на асфальт, чтобы понять, смогу ли собрать его как-нибудь обратно. Увидел белые Найки и понял, что она потеряла классного парня и пожалеет многократно. Ее звали Валерия, я запомнил ее имя. Моей жене это будет неприятно. Но мне было 12, я думал, что я поэт, а поэт должен быть слегка бестактным. Я бы сказал в свое оправдание, что не помню имен всех, кто были после. Но кажется, сделаю только хуже, так что говорить про это не буду больше вовсе. Мне было 15, я увидел Тимати и банду на фабрике звезд 4. Они носили белые кроссы, пели черные песни и показались мне крутыми. Конечно, это был не тот хип-хоп, который я гонял до этого в наушниках. Но я понял, что могу писать песни круче их. Увидимся в Лужниках. Я помню клуб все свои, андеграунд фестивали. Я сбегал туда тайком. Там бывали СТ, Нойз, Рипак и вечно бухой чувак по имени Фургон. Еще там был Мафон. Мы возвращались на одной электричке, называли их собаками. Он ехал до платформы Солнечная, а я выходил в Очаково, родное Очаково. Сняв белые кроссы, я переодевался в спецовку и ехал грузить металлолом. Черный ребенок в мазуте тянет российский паспорт капитану ОМОН. Черный подросток читает рэп так, что все думают, что на битах не он. Черный юноша рвет чарты и души людей, ведь его песни впитали боль, Я каждый раз выходил на сцену, плевать в чем, главное в белых Найках. Я смотря на них вспоминал, через что прошел, чтобы этот концерт дать им. Мне часто говорили, что я не модный и вовсе не как артист, типа выгляжу я. А мне было плевать, главное, что на моих белых кроссах шнурки были выглажены. Главное выйти на сцену и пережить все песни заново и выложиться. Плевать хотел на премии и награды на полках, на которые пыль ложится. Я с последней гастроли улетел в Дубай без причины и без билета обратно. А первый раз на гастроли взял с собой полотенце, не знал, что в отелях они бесплатные. Вокруг меня всегда были правильные люди, мои старшие и младшие братья. Наваи жил в соседнем доме, ему было 10, и он мечтал стать рэпером, как я. Надеюсь, я был правильным примером, и судьба меня за это не покарает. А если что было не так, то прости, брат. Акканы галалит. Все, что было после, вы видели. Сиах мюзик, жара мюзик. Папа придумал кальянный рэп и продолжал хит-парады рушить. Папа продал дело своей жизни и даже не моргнул глазом. Стал папой в 32, у него жена и 10 миллионов баксов. Как так все завертелось, если честно, то я и сам не особо понял. Но черный ребенок в мазуте стал черным мужчиной в Брионе. Стал ли он от этого счастливее, я бы слукавил, если бы сказал, навряд ли. Я ни разу не хотел пересесть обратно в Газель с Кадиллака или Бентли. Я стоял у полки со сникерами и извиняюсь за свой моветон. Спешно переобувался в белые Найки с туфлей Луи Виттон. Я не знаю, кем стану завтра, но кем был вчера, никогда не забуду. Я никогда не знал, куда иду, но никогда не забывал, откуда. Thank you.